Йога для любви. Практика намаскар. Слово «йога» означает единство, единство всех противоположностей, мужского и женского начала, инь-янь, личностного и вселенского, Шивы и Шакти, правого и левого полушария мозга, как бы вы это ни называли. Чтобы добиться этого благословенного единства, самая простая форма йоги — это намаскар-йога. Жест сложения двух ладоней вместе, соприкасающихся друг с другом на уровне вашего сердца, принесет определенную гармонию между внутренними противоположностями. Это, в свою очередь, принесет чувство единения со всем, на что бы ни был направлен намаскар. При сложении рук вместе, двойственность в ваших симпатиях и антипатиях, влечениях и отвращениях выравнивается, и возникает определенное ощущение единства в том, кем вы являетесь. Каждый день на несколько минут складывайте руки вместе в намаскар. Смотрите на кого-то или на что-то, что много для вас значит. Будь это солнце, луна, облака, просто небо, деревья, камень, ваш муж, ваша жена, ваш ребенок, ваша мать, отец или изображение того, что имеет значение для вас. Смотрите на кого-то или на что-то с высочайшим уровнем чувств, на который вы только способны. Удерживайте намаскар 3-5 минут, проявляя любящее внимание. И ваша жизнь войдет в режим трансформации.